На сегодняшний день аккредитовано 97 международных наблюдателей из 11 государств и 3 международных организаций. На встрече в режиме видеоконференции председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров ознакомил группу наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ с основными этапами текущей электоральной кампании по выборам депутатов Мажилиса парламента, которые будут проводиться по обновленному законодательству. В свою очередь, генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кабицкий отметил, что в настоящее время продолжается формирование группы наблюдателей от организации. В нее планируется включить не менее 50 человек, в том числе депутатов парламентов, государств-участников СНГ, экспертов. Нурлан Абдиров поблагодарил делегацию за постоянное участие в международном наблюдении за выборами в Казахстане и отметил, что для страны полноценной и эффективной работы наблюдатели от МПА СНГ будут созданы все необходимые условия.